Анна Семенович прячет возлюбленного от конкуренток. Что будет с так и неусыновленным ребенком Владимира Преснякова и Натальи Подольской? Кто 3 года назад сосватал Володю и Наташу? Сплетни, слухи, сенсация. Нет-нет, вы не ошиблись кнопкой. Просто у нас тоже бывает кризис жанра. День рождения – раз, 3 года вместе – 2, презентация клипа – 3. В одно время и в одном месте. Владимир Пресняков и Наталья Подольская сумели сжать такие грандиозные вещи до размеров пусть небольшого, но пафосного ресторана. Что? Малыш, посмотри, что смешного? Вообще-то, Володя, действительно, этот праздник весь сделал для меня сам. На троепразднование артисты пригласили уйму звезд. Среди селебритис был замечен Ираклий, которого виновники торжества записали в брачные сводники. Крестный наших отношений, нас сводил как мог. Не то чтобы я вел себя как ханума, но, во всяком случае, все это дело наблюдал и был у истоков этого романтического отношения. Романтические отношения этой пары пока не привели к настоящему семейному счастью. А тусовка полнится слухами, что артисты хотят взять приемного ребенка. Неужели у Владимира и Натальи не получается завести своих? Мы не усыновляем ребенка, мы хотим своих детей. Анна Семенович тоже никого усыновлять не собирается. А интернет забит статьями с интервью певицы о скорой свадьбе. Мы уже пустили слюнки, что узнаем, кто же этот счастливчик. Ну, вообще, я личную жизнь не комментирую, а вы не задумались, а вдруг я уже давно замужем, и просто не хочу, чтобы об этом никто знал. Вот так нас жестко и категорично обломали. Да и певица появилась на вечеринке в гордом одиночестве. В отличие от неразлучных Владимира и Натальи, Семенович боится выводить в свет своего возлюбленного. Как страшно жить!